Сегодня мы рассказали, что дорога на улице Одесской вошла в тройку лучших асфальтных линий Приволжского федерального округа. Об этом сообщила инспекция Общероссийского народного фронта, которая завершила рейд по дорогам, продолжавшийся 3 недели. Мы решили выяснить у горожан, какую они улицу считают лучшей в Стерлитамаке. Я считаю, что улица могла претендовать на лучшую. Это Худайбердина. Почему? Потому что там живу. Проспект Октября, наверное. А почему? Не знаю, самый красивый. Мне кажется, улица Мира, она самая важная в нашем городе. Проспект Ленина. А почему? Самая чистая, аккуратная улица. Ну, наверное, Худайбердина самая большая, потому что она самая большая и везде. Ну, проспект Ленина. Почему? Потому что я тут всю жизнь живу. Моя родная улица. Не знаю, наверное, где новый район, солнечный, более яркий, обустроенный. Проспект Ленина. Почему? Ну, потому что я здесь живу, мне нравится здесь. Здесь все рядом, и везде можно попасть, и удобно. Подводя итог опроса, отметим, что большинство жителей Стерлитамака считают лучшей улицей в городе проспект Ленина.